Сегодня 18 апреля, 109 день года в Григорианском календаре. До конца года остается 257 дней. Сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя. В этот день, в 1932 году, родился Спиридон Макану, танцор и народный артист Республики Молдова. В 1846 году американец Royal House запатентовал телеграфный аппарат. В 1934 году была открыта первая прачечная автомат в городе Форт-Уэрт. В этот день, в 1902 году, впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия. 18 апреля 2003 года скончался Эмил Латяну, молдавский актер, режиссер, сценарист, поэт и писатель. Сегодня именины отмечают Алексей, Марк, Николай и Семен.